Чё-то качать. Не мешай ему. Заебись. Просто некоторые там есть, блядь, что никто не сидит, знаешь, на раздаче. Получается, блядь. Что там скорость ноль. Блин, а ты что, не хочешь научиться? Фу, это видео снимать. Сбагривает Лена. Какая видео сфоткалась. Лена, видео. Профессиональный фотограф. Профессиональный, какое видео. Вы не правда, что с ума сошли? Снимай только педиков на видео. Только педиков. Тебе. Я не буду, я не пью. О, фак, shit. Брэд. Я отвалил, конечно. Где же наш любимый друг Брэд? Все, не снимай меня буквально. Я осталась в истории с такими лучшими глазами. Нормальные глаза. Живет, а где медведи? Медведи подальше, около технического входа. Денис такой рукой махнул. У меня вот это движение уже так развито. Вот это. Здесь просто движение. Ну это хорошее движение. Сеньор-репрезентант. Движение. Долго нет. Чего-то развиваются разные движения. Например, движение Б. Не, ну когда что-то долго сделаешь, развивается какое-то движение. У тебя какое движение? Вот ноги ходят, а руки двигают. Ну что это у вас со щекой? Ты же это недолго не делаешь. Я не могу понять. Почему вам могу быстрее так или быстрее? Что? Ты же этого долго не делаешь. Ну, одинаково. Да. Чего долго делать? Даже там, мне кажется, быстрее. Да, потому что здесь полезно. Почему долго не делать? Ну, зато регулярно. Стабильность тренинга мастерства. Мастер. В чем мастер? Прикольно. Какого движения? А такие сколько стоят? Мастер говорит. Мастер говорит. Здесь можно построить. Туристы. Просто кусок земли. Кусок земли нужен, да. Нужна земля. Все, титул. Не притворяйся туристом. Не одолевает газету. Кто одолевает? Одолевает газету. А, во рту комар. Хорошо, что там у меня нет игрока. Рядом, видишь, тут боль. Такой шарик прилетит. Мы с Денисом думали, как бы что-нибудь выйти, так и в гольф поиграть. Гольф надо, конечно, поиграть.
жизнь. Главное потом это монтировать будете, смонтировать только самое интересное. Потому что вот это вот все как говно смотреть будет скучно. А если вы возьмете, вырежете самые такие перлы, это видео в контакт выложите. Выложите в контакт. Да, на послание инопланетянам. Всех отметить, короче. И вот просто если вы меня отметите, будет там действительно круто снято и крутое видео, где такие моменты классные, то я буду... Ленка опять запарилась с этим интернетом, она думает, что все обязательно будет ВКонтакте. Да, все всегда ВКонтакте, ну я и так живу. А что, на компе что ли хранить? Выложил и все, и на вечную память детям всем. И забыл вообще, да? Можно стирать. Так мне сейчас Паша говорит, добавь там свое портфолио видов, а я такая, типа, я их стерла, а я реально их стерла, я вчера их искала, не нашла. Но мне твои, зачем мне в свое портфолио? Завтра поеду, новую все снимаю. Обломался, Паша. А здесь ничего есть. Я же остальное. Я только, мне отсюда чего, но я одна фотография мангро, где я? Не, мангро есть. Я хочу еще в Лёхе взять фотки с Маны. Саманны? Я там что-то тоже пару раз щелкнула. Где? Только я не помню, что конкретно. Все, хватит снимать, хватит. Еще так близко, чтобы болел один нос кадре. Все это наше улица. Здесь фил-то будем заводить? Да нет, зачем? Да? Нет. Мы купили? Может, мы там у него и пожрем? Не, он убирается. Поехали. Дом позвонит. А что, не, давай, мы сами едем, давай заедем, завезем. Давайте завезем, да. Может, ну, все, мы доехали, приехали. Да, давай это завезем. А, он в интернете. Я забыла вам сказать. Да, в интернете. Не, в этом гольфе. В гольфе, да. Давайте поехали домой, потом заберет. Позвони. Ой, сколько тут кокосов-то. Да он в гольфе. Он там сколько, 20 минут назад ушел. Фил, ты дома, нет? Да, блин, а ты на жрачку привезли. Ладно. Мы жрачку привезли, к нам подтягивайся. Да. Ну тем более нет интернета, давай вообще подтягивайся. А нету интернета? Да, давай. Как же наше будущее? Ничего не узнаю. Сервеза. Бьен. А не за что по-испански как? Де надо. Не стоит. Де надо. Как? Де надо. По-русски так хватает, что ничего не будет. Они ничего так не получается. Не за что схватиться. Не надо. Да, лучше запомнить. Лена. Смотри, мои попопики. О, у тебя задница вылезла. Сервеса. Не надо? Нет, да надо. Да надо. Где у нас жатва там? А, вон она. Принесите в дом. Открывай, занесем. Сломай дверь, занесем. Я снимаю. Вдвоем. Где ты, вот здесь сейчас? А? Наталья, ну хватит уже снимать. А зачем мне это, Антон? Нахуя это? Ты дай камеру, ты начнешь снимать. Просто так нашу, что ли? Так всегда.
чехол в машинке поставить? Нет, я взял. А, взял? А. Давайте сразу перестановку сделаем. Да нет, давайте не будем разговаривать. Да, давай, что, будем. Не, ну потом мы будем. Вы хотите, можете есть, а я... Ой, давай. Спокойно. Угу. Ты что? Не занят? Сейчас хочу удочку включить. Дайте какую-нибудь газетку. Я тебе только что 4 штуки давал.